А потом баба-яга и коты в сапогах. Так. Так вот, коты у меня в смете запланированы. А на сапоги денег нет. Ну, что предлагать? Урезать. Что? Котов. Правильно. Котов урезать до минимума. Потом насчет бабы-яги. У меня ведь на бабу-ягу единицы нет. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе. Попытаемся.